Интересно, что в нашей стране первой полноцветной кинокартиной стал не игровой, а документальный фильм. И создан он был в 1938 году. Мы же сегодня будем смотреть третью по счету отечественную хроникальную киноленту «В цвете». Фильм этот называется «У теплого моря». Эксперт Николай Майоров, кинорежиссер, член научно-технического совета Российского государственного архива кинофотодокументов. Ведущий Виктор Баталин, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофотодокументов. Здравствуй, Николай. Здравствуй, Виктор. Как ты думаешь, вот в 30-х годах на экране вышли первые цветные фильмы? И как их вообще воспринимал зритель? С восторгом или безразличием? Ну, я думаю, что это было совершенно потрясающее зрелище. Во-первых, надо же помнить, что только-только кино стало звуковым. Да. И зритель еще не успел привыкнуть к тому, что кино говорит, и потом еще не везде показывали кино говорящее, да? А здесь еще и цвет появился. Естественно, что это была сенсация. И даже с учетом того, что в некоторых случаях все-таки цвет был еще двухцветная была система, трехцветная система, полноцветной такой не было. Даже эти фильмы, они вызывали, конечно, восторг. Замечательно. Я хочу предложить посмотреть один из первых документальных цветных фильмов. Мне представляется, что зрителю, наверное, было интересно смотреть этот фильм не только потому, что он цветной, а потому, что он рассказывает об Артеке, пионерском лагере в Крыму. А как известно, тогда люди не очень-то путешествовали. Море никогда за всю жизнь порой и не видели, а тут море да в цвете. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, да. Запускаем. Вот мы в титрах видим, что это фильм сделан к 15-летию Артека. Значит, в 25-м году уже он был организован. 16 июня 25-го года в это местечко Артек, значит, приехали первые пионеры. То есть первые отдыхающие или первые пациенты, скажем так. Вот, их было совсем немножко. И буквально через некоторое время количество увеличилось там с 6 до 70 человек. И вот они начали заселять этот лагерь. Это было курортное местечко. Причем было курортное местечко очень интересное, потому что это вилла Сулк-Сук. Достаточно дорогая. Это было курортное место в царской России. И его это место выбрали. Надо сказать, что это как раз тот случай, когда партийные органы отдали собственность детям. То есть это не было сначала изначально построено, а это был такой, ну, типа дома отдыха или какой-то такой здравницы. Не наоборот. Не наоборот, да. Не отобрали у детей, отдали детям. И вот сама эта база, сам этот дом, этот сам, ну, его нельзя назвать дворцом, он послужил как бы основой такой вот этой первой части для создания лагеря. Причем лагеря было два, верхний и нижний. Ну, это вот сначала. Но первые лагерники, первые пионеры, они жили не во дворце, не в доме. Они жили в брезентовых палатках. О создании детского лагеря в крымском урочище «Артек» было объявлено за полгода до официального открытия, 5 ноября 1924 года. На первую смену в июне следующего года приехало 80 пионеров из Москвы и Ивано-Вознесенского. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован на Алтай в бальнеологический курорт Белокуриха. Сразу после освобождения полуострова от немецких оккупантов лагерь вновь вернулся в Крым. На сегодняшний день «Артек» состоит из 9 лагерей и одновременно может принять более 7 тысяч детей. Но первые кадры – это уже флот «Артека». Ну, большое количество лодок. Большое количество лодок, да. Дело в том, что мы потом увидим, там они же в походы ходили на кораблях. Здесь сейчас очень интересная вещь. Вот видите, они все в форме, да? Да. В форме. У них у всех форма какая? Белая морская, да? Да? Белая морская. То есть не школьников страны. Нет, не школьников страны. Значит, вот здесь как раз интересно. Да, это чисто киношный прием. Почему? Потому что форма артековцев повседневная была более скромная.
Это были шортики, и это была такая рубашечка, обычная, на которой был галстук. Вот здесь очень интересно видно, что галстуки не везде видны, потому что юйсы морские, они закрывали галстуки. И мы, если только на крупном плане, мы можем увидеть эти вот уголочки. Но повседневно они ходили именно с галстучками. То есть у них форма вот эта, сезон, да. Они под пионерскую форму, а под морскую форму. Да, это, это парадная форма артековцев 30-х годов. Вот. Но у них свой флот. Вот. Сейчас, сейчас на экскурсии, наверное, куда-нибудь. Они выходят в море. Надо сказать, что, конечно, у них... Моторные, конечно. Нет, у них вообще было очень много вот этих катерков, и они достаточно интересные совершали походы. А вот сейчас это грот Пушкина. Вот, значит, вообще, надо сказать, что на территории Артека, в территорию Артека потом, когда он стал расширяться, вошло очень много памятников. Действительно достопримечательность природы и архитектуры. Почему? Потому что это грот Пушкина. А над ним, чуть выше, там Генуэзская крепость, остатки Генуэзской крепости. Дело в том, что здесь же ведь еще одна уникальная вещь какая. Смотри, что происходило. Вот, допустим, в грот Пушкина попасть не так просто. В него только можно попасть с моря. А поскольку это территория Артека, значит, экскурсионные группы дяди и тети, и взрослые, заходили только на корабликах. Но, понятно, с точки зрения санитарии, гигиены и так далее, им не давали выходить на берег артековский. Поэтому, вот, а артековцы могли даже вот туда подходить чуть-чуть, хотя он в воде находится, сам грот, в общем-то. Достаточно интересно. Но это одновременно урок биологии. Урок биологии. И они учили. Дело в том, что сама природа и вот эти вот все живность, которая там была, они доступны были. Потому что пляжи-то были дикие, не было такого количества народу. И крабы, в общем-то, чувствовали себя как дома. И если не очень шуметь, то можно было увидеть и крабов совершенно спокойно. Но здесь вот они идут в горный поход. Вот, я так думаю, что... Тут уже с пионерскими галстуками. Да, здесь уже с пионерскими. Вот здесь, вот форма. Ага. Вот форма, это повседневная форма как раз. Вот. Вот, кстати, вот здесь вот интересная вещь, вот на этом мысу, там находится пляж Раевского. Достаточно интересный кусок территории, это под носом Медведь горы. И вот артековцы туда могли на шлюпках ходить и путешествовать. По-другому туда попасть вообще нельзя, потому что с этой стороны непроходимая часть скалистая, с глубокими погружениями, а с той стороны просто завалы, выйти нельзя. И что самое интересное, что вот тоже такая вещь, что поход туда, такое достаточно смелое мероприятие, нужно быть абсолютно уверенным, что не будет волны. Почему? Потому что дойти туда, понятно, можно, выйти можно, но если начнется волнение, то не причалить, не пришвартоваться. Разбить о берег можно, и вот этот вот кусок достаточно большой, в штормовую погоду пройти достаточно сложно, тем более, что там камни достаточно серьезные. Но сам пляж очень красивый. Пляж Раевского назван в честь губернатора Таврии генерала Николая Раевского, младшего сына легендарного героя Отечественной войны 1812 года. Именно в этих краях у подножия горы Аюдак располагалось генеральское имение, куда губернатор приглашал на отдых Александра Грибоедова, Александра Пушкина, Адама Мицкевича и Ивана Айвазовского. После революции 1917 года имение было ликвидировано, а пляж открыт для всех желающих отдохнуть на берегу моря. Надо сказать, что вообще пляжная зона, вот эта пляжная зона, ведь Артек занимает вот на сегодняшний день 7 километров. Он и тогда занимал. То есть как бы 7 километров вот начинается. Вот пляж, вот это вот, так сказать, вот они вот загорали. Это вот первые, одни из первых тогда такие пляжные сооружения были. Вот, детишки загорали, причем под наблюдением уже медперсонала они загорали.
и солнечные ванны, причем очень точно дозировано было. Значит, медперсонал следил, чтобы они не обгорели. Не обгорели, мало того, значит, ставили гарниста, и он они ставили песочные часы, и вот эти песочные часы переворачивали. Гарнист, значит, давал сигнал переворачивать с бока на бок, со спины и так далее. Потом они шли в воду, соответственно, купали. Сначала лагерь позиционировали как российский, то есть советский, да, для детей страны Советов, для пионеров. А когда началась война в Испании, значит, и в Советский Союз стали приезжать дети из Испании, то некоторые дети направлялись в этот лагерь и на отдых, и на лечение. Потому что, если ты помнишь, под Иваново открыли интердом, да, для этого знаменитый. В интердоме они круглый год там учились и жили. Да. А некоторых отправляли. Вот, в частности, в лагере был Рубен Абарури, герой Советского Союза. Впоследствии это сын Долореса Абарури. Он был в этом вот лагере. Потом, из таких вот очень известных ребят, вот пионеры-герои, был, значит, Володя Дубинин, вот здесь. Кстати, Иван Туркенич, это руководитель молодой гвардии, был, так сказать, одним из пионеров, одним из артековцев. Пожалуйста, вот кто? А это вот юные астрономы, да? Трудно сказать. Да, нет, у него что-то такое, астрономический какой-то прибор, да, вот они занимаются изучением... На фотоаппарат не... Нет, это не похоже на фотоаппарат, нет, что-то такое связанное. Астролябия, да, скорее всего, астролябия. Нет, похоже на что-то такое, вот похожее из астрономических... Потому что там же были кружки астрономов, это все это было. Ну, и стрельба. Вот, да, тир был, конечно, свой тир. Звуковых оружий. Да. Это действительно, это спортивные пневматические винтовки, и ребята, в общем-то, учили достаточно четко стрельбе. И надо сказать, что успехи были большие. Вот, кстати, форма опять. Вот эта форма повседневная. Вот эта повседневная форма, да. Самое главное, что она удобная. Вот обратите внимание, что, смотри, юбочки у девчоночек, они темненькие, то есть не такие маркие. Да, рубашечки светленькие, но они не белые, они такого кремоватого цвета, поэтому не маркие. Спорт это был вообще, так сказать, во-первых, там были теннисные корты, там были баскетбольные, волейбольные площадки. Потом уже, кстати, к войне построили стадион. Там же был настоящий полномасштабный стадион. И я сейчас, честно говоря, наверное, так не вспомню, по-моему, с трибунами на 7 тысяч зрителей. Это обед. Вот. Вообще, надо сказать, что, конечно, кормили ребят прекрасно, совершенно. Они получали там полностью, полноценную еду. Причем фрукты по сезону достаточно много было. Вот. Но здесь можно, кстати, вот определить, когда снимали. Потому что это черешня. Значит, да. это где-то июль, начало июля месяца. Потому что черешня в Крыму где-то в этот период. Да. Ну, раньше там конец июня, начало июля. Вот такая черешня. Вот. Красивый. Очень красивый, да. Но это вот старая часть, это вот она, кстати, она сохранилась до сих пор. Это вот эта часть, она так и есть. Вот. Ну тут вот. Атрибут уже советского, конечно. Да. Скульптуры пионера с барабаном. Да. А потом на этом месте, здесь, кстати, потом поставили памятник Вячеславу Михайловичу Молотову, когда в 1938 году. Потому что лагерь же переименовывался трижды. Первый раз он носил имя основателя, потом он носил, потом в 1938 году, значит, он получил имя Молотова, потому что Молотов курировал лагерь. А в 1957 году его переименовали, и он стал всесоюзный пионерский лагерь «Артек» имени Владимира Ильича Ленина. Первоначально пионерский лагерь «Артек» носил имя своего основателя, Зиновия Петровича Соловьева, заместителя наркома здравоохранения РСФСР. С 1920 по 1928 год Соловьев руководил военно-санитарной службой Красной Армии, исполкомом Российского общества Красного Креста, а также занимался организацией санаторно-курортного лечения. В 1933 году, якобы удовлетворяя просьбу самих пионеров, совнарком СССР присвоил «Артеку» имя Вячеслава Молотова, занимавшего в тот период пост председателя советского правительства. Ну, действительно, цветная пленка. Красота-то какая.
Красота, да, но здесь вот обрати внимание на одну вещь. Фильм снят двухцветной технологией, то есть цветосоставляющие два цвета были. Не как мы привыкли красный, зеленый и синий, ну да, а здесь использовалось красно-оранжевый и зелено-голубоватый. То есть фильтры? Это не фильтры, это использовались две пленки, которые складывались вместе, каждая была чувствительна к своим слоям. И специальный способ печати на пленку, на бипак, потому что изображение печаталось с двух сторон на пленку, и потом вирировался в соответствующий дополнительный цвет одна сторона и вторая, а на просвет мы видели цветное изображение. И вот здесь, вот, кстати, вот мы видим этот кадр, здесь достаточно точно переданы цвета. И у нас возникает, кстати, такая некая, возникает ощущение, что мы видим полноцветную, в прямом смысле полноцветную, без всяких искажений картинку. Почему? Потому что уже к этому времени, это наша советская двухцветная система, научились подбирать виражи при изготовлении копии так, что можно было использовать нужные доминирующие цвета. Потому что если мы, допустим, сделали все правильно абсолютно, то у нас небо было бы зеленоватое, потому что при двухцветке синего цвета чистого не получается. Да? Вот. Но у нас здесь вот эти красные цветочки, зеленые листики, зеленый вот этот вот холм, кусок туда, да, уходящий дальше. Вот, значит, и, соответственно, большое количество неба. Поэтому при верировании использовали доминирующие голубо-зеленые компоненты. И они давали достаточно чистый белый цвет, а белый цвет получается при любом сочетании чистым. Но зато они не давали вот этого неприятного зеленого оттенка неба, да? И в то же время зелень еще смотрится, в общем-то, зеленый. Но надо сказать, что ведь в этом фильме вот авторы, они очень точно совершенно представляли, что у них лучше получится в цвете при этой системе съемки, что хуже. И поэтому они старались брать такие объекты по цвету, которые при использовании того или иного красителя при изготовлении копии давали максимально точную цветопередачу с коральным тоном. Потому что, допустим, горные массивы, они старались снимать там, где меньше, допустим, зелени. Или зелень с яркими желтыми, с яркими красными тонами, то есть с цветами какими-то, с такими вот выпуклыми вещами. Тогда серые камни получались серыми, пионерские галстуки нормальными, синие какие-то элементы синими, а лица при любом раскладе всегда цветов получались, при этой системе получались нормальными телесными. Да, вернемся вот к Артеку. Да. Тихий час. То есть днем пионеры спали. Да, днем пионеры спали, да. У них очень четко было, поскольку все-таки Артек был детищем Красного Креста. Изначально, как медицинской организации, как санитарной организации, то и порядок, и регламент устанавливался по медицинским нормам. С тех времен. Поэтому у них, конечно, был тихий час. Я не знаю сейчас в последние времена, вот, так сказать, был ли тихий час. Наверное, в младших отрядах, да, пионерских, наверное, был. В младших отрядах был, наверное. Стадион. Здесь собирались все пионеры, здесь выступала художественная самодеятельность, здесь вот и танцы были, и все остальное, так сказать, такое для массовых мероприятий. Вот я говорю, здесь в результате вместимость была до 7 тысяч мест. Вообще, танцы. Надо сказать, что, конечно, интернациональная дружба, вот это вот... Воспитывалось. Это было вот... Ну, ты знаешь, нас с тобой воспитали в духе интернационализма, и нас уже не перевоспитаешь. Да. Основы закладывались в этом пионерском лагере, потому что там... Из детства, там, и правильно. Там не было разделения по нациям, там не было разделения по социальной среде. Причем вот эта форма, она унифицировала. Ведь действительно, там были и люди из достаточно... состоятельных семей, и, кстати, из семей партийного руководства тоже были. И потом горожане сельские, но они приезжали туда, их переодевали вот в эту форму,
И они все становились одинаковые, и с одной стороны, а с другой стороны, вот эти вот различия не социальные никакие, а интеллектуальные их уже поднимали. Потому что дети, которые приезжали в Артек, то, что называется мало что знающие, да, с какой-нибудь далекой глубинки, они выезжали оттуда, так сказать, уже с таким багажом знаний. А потом, надо еще вот что ведь сказать, ведь Артек был витриной Советского Союза. Да. Потому что, всегда. Потому что, да, потому что, когда привозили туда, приезжали туда иностранцы, и иностранные даже не взрослые, а дети, самый лучший проводник информации – это ребенок, потому что его восторженное впечатление, и он приезжал, вот этот детский рай, детская страна, где все дружат, где мир, где поют, отдыхают, купаются, занимаются тем, что хочется, кормят на убой. Да? Солнце светит, все хорошо. И они, конечно, приезжали и говорили восторженно об этом вот стране социализма. У них, естественно, это было. Да, вот флаг. Вот очень интересная вещь. Флаг красный. Да. Да? Естественно, что красный пионерский на пионерской линейке. Но это самое интересное, что первые годы, то есть с 25-го года, на линейках поднимали не флаг государства, то есть поднимали не государственный флаг Советского Союза, красный, да, красное знамя, а поднимали флаг общества, всесоюзного общества Красного Креста. Это было достаточно долго. И если мы возьмем, наверное, хронику, если где-то была хроника более ранняя, вот того периода, 25-26 год, там, наверное, мы это найдем. Вот этот вот, он как-то произошел, видимо, незаметно, этот переход, трансформации из лагеря-санатория в лагерь пионерский с атрибутикой, со всем. Но ведь, вот смотри, вот само построение, да, ведь это была школа, сюда же приезжали для получения консультации, для обучения работы, пионерской работы со всего Союза приезжали. Методическая работа, да. И в чем это? Ведь мы же смотрим на лагерь как на место отдыха, с одной точки зрения. А с другой стороны, в общем-то, если говорить серьезно, это был крупнейший научный центр. Вот, обрати внимание, вот еще интересная деталь. Смотри, вот галстук, да? Тогда еще галстуки не завязывали, как мы с тобой завязывали галстуки, да? То есть были некое такое специальное колечко, через которое продевался галстук, а на колечке был пионерский значок, эмблема пионерской организации. Да. То есть вот так вот ходили пионеры. Надо сказать, я думаю, что сейчас это вообще редкость коллекционная. Ну, эмблема та же, что и у нас была. То есть звезда, да, с пламенем. С пламенем, да, 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 да. Мы пионеры Родины Великой, заботой партии, всегда окружены. Мы скажем всем горячее спасибо родному Сталину, фанатому страны. Вот как бы финал, опускается, да, флаг. Надо сказать, что порядок был подъема от флага, очень четкий, утром подъем, как на кораблях, уж точно. Вечером. И вечером, да, вечером вечернее построение, вечернее мероприятие. Вот мы видим, что интересно, вот посмотрите вот на эту линию, да, вот эта линия берега Артека 40-го года, да, если мы сейчас возьмем хронику последних лет, конечно, это все застроено, уже построено по-другому, потому что в этих пустых местах стоят корпуса, где-то плавательные бассейны и так далее. То есть Артек развивался до очень больших масштабов, и думаю, что, наверное, то есть не наверное, а надо вообще-то быть абсолютно уверенными в том, что Артек в ближайшее время выйдет на те мощности организационные и пионерские и вернет к себе ту славу, былую славу, потому что я, например, считаю, что такой комплекс здоровья, такой комплекс дружбы международной, человеческой, детской дружбы, он должен жить дальше, потому что это наше будущее, наверное. Хорошо. Счастливое племя! Мы будем помнить век, наш солнечный Артек.
Ну что, Николай, вот посмотрели на фильм 40-го года, я думаю, зрители были в восторге. Я думаю, да. Цвет, море, красота. Да. Я думаю, что да. И тем более, что многие-то на море-то не ездили, да, море-то не видели. Так никогда да, всю да, жизнь да, не да, видели, да. А так хотя бы увидели. А потом есть еще одна вещь. В какой-нибудь глубинке какой-нибудь пионер смотрит этот фильм, да. Увидел это, у него был стимул лучше учиться, лучше работать там где-то, то есть проявить себя, потому что действительно за выдающиеся заслуги в пионерском движении, в работе, в учебе давали, и известно, когда многие артековцы, простые ребята, не из каких-то там, а из глубинки, не один раз получали путевки в Артек, а несколько раз. Да, молодцы. Вот. А потому что трудились, а потому что учились. Ну что, спасибо, Николай. Ну, спасибо тебе тоже большое за то, что показал этот очень интересный фильм, напомнил об этом фильме и напомнил об этом замечательном месте –